Всем привет! Сегодня я хочу с вами открыть супер-мега мою долгожданную коробку от сайта Brand Nose Box. В общем, вкратце про сам сайт. Коробка тяжелая, на весу долго не подержишь, 5 килограмм она весит. Про сам сайт. Это фирма, которая продает разные боксы с сюрпризом. В общем, там разное наполнение. Коробки есть разные. Есть классический бокс, каждый месяц там какое-то делают они наполнение. Есть боксы по разным странам, к разным праздникам. Был у них даже адвент-календарь. Но они уже раскуплены. И периодически они проводят тестирование, выкладывают свои коробки, предлагают их протестировать. Количество всегда 150, 200, 250 человек максимум. Я каждый раз регистрируюсь. И каждый раз понимаю, что вряд ли мне когда-то повезет, потому что число маленькое, а фирма заинтересована в каких-то более, на мой взгляд, продвинутых блогерах. И также этот сайт проводит и другие разные тестирования. От них мне уже приходили мартини, сыр козий различный, вкусный. И теперь я зарегистрировалась еще в одном тестировании. И давайте же скорее открывать. Что же там внутри? Та-дам! Здесь у нас хурма и грецкие орехи. Каки, как это по-немецки. У нас, наверное, на прошлой неделе мы были в магазине. Дима очень просил купить ему грецкие орехи в шкарлупе. Я почему-то ему отказала, и мы взяли чищенные. Вот теперь он будет особенно рад. Здесь два мешочка грецких орехов. Так, вес, сколько же тут по весу? Я, кстати, даже не знаю. Ладно, долго искать не буду. И здесь хурма. Классно. 3-4 штучки хурмы. Она бережно запакована. Там во всем этом. Поздравления, что я отношусь к тестерам. Описание фирмы и задачи. Два пакета, 1 килограмм, здесь написано. И 4 каки. Здорово. Класс. Описание тоже, что, чего, откуда. В общем, будем тестировать. Мы еще сегодня планируем поехать в магазин. В магазины. Опять везде купить. Вроде бы, вот знаете, я выкладывала последние несколько закупок, и потому что скидки, много всего мы набирали, и казалось бы, все, вроде больше не нужно, какое-то время можно не закупаться. Но это почему-то так не работает. Нет, все равно что-то нужно, что-то закончилось, нужно что-то купить. В Lidl сейчас опять неделя итальянских товаров, и даже они не то что итальянские, они, наверное, больше со всего мира под маркой Deluxe. То есть это какие-то дорогие, возможно, где-то продукты, то есть к празднику. И я хочу купить мороженое, потому что оно очень вкусное. И еще мы поедем в Marktkauf. Там тоже мое самое любимое мороженое, я уже показывала его. И еще раз после покупки обязательно вам покажу, потому что вы должны это знать, вы должны его купить и попробовать. И это правда самое вкусное мороженое, которое я когда-либо ела, которое можно купить в магазине. Я, конечно же, не говорю про какие-то кафе. Приехали мы с магазинов, были на самом деле везде. Давайте разбирать. Вот это мороженое, про которое я вам говорила. Вот эта фирма Häagen-Dazs. Просто волшебное вкусное мороженое. Можно выбрать на свой вкус, они в больших вообще стаканах продаются. Обычно стоят по 6 евро, но сейчас была скидка за 3,91. Здесь 4 маленьких таких стаканчика. Мы взяли 2 коробочки. В общем, чтобы были разные вкусы. Мой любимый это вот с печеньем. Ну, вот они правда вкусные. И, знаете, это того стоит. Уж несмотря на то, что они дорогие, это мороженое стоит брать. Это мы все брали в Marktkauf. Взяли черный тост. Взяли такое сало. Будет муж на выходных делать чечевичный суп.
пойдет на него. Взяли две таких картошки со скидкой 50% по 48 центов. Это к Хэллоуину было, и понятно, что сейчас их распродают. И мы решили взять. Диме за радость будет такую поесть. Еще из Lidl у нас такая пицца за 64 цента. Опять же, она была к Октоберфест. Праздник прошел, скидка появилась. Тоже взяли. И еще у нас из Lidl мороженое. Оно вот как раз к этой неделе, Deluxe. Цену сейчас я даже посмотрю. 2,90 оно стоит. Ну, достаточно недорогое, но очень вкусное. Тоже они бывают разные. Вкусы я имею в виду. И, как обычно, взяли молоко. 12 пачек по 76 центов за каждое. Это, конечно же, еще не все. Яйца по 1,26 за десяток. Финики мы уже надгрызли. Вкусные. Вот эту фирму мы покупаем. Хорошие они без косточек, естественно, как это здесь само собой разумеется. Купили рождественские пряники в шоколаде. Тоже мы их любим. И они только к Рождеству, поэтому нужно себя баловать. Творог сделаю, сырники на выходных. Гранат. Вегетарианский йогурт. Это акция кэшбэк. Дима выбрал кокосовый. Мы его уже пробовали. Мужу абсолютно не понравился. На Диме вроде бы ничего. Штолен. Это тоже традиционная рождественская выпечка в Германии. Взяли с марципановой начинкой. Его цену я даже посмотрю и отдельно вам скажу. 3,19 евро за килограмм. Гутенгюнстик, конечно, далеко не самый вкусный штолен. Самые вкусные в пекарнях продаются. Но пока взяли этот, на Рождество возьмем другой. Дальше тоже из Lidl. Такие новые книжечки завезли. 2,99 они стоят. Здесь красивые иллюстрации. Маркусу интересно это все рассматривать. Знаете, мелкие детали, здесь нет текста. Купили. Тоже в поездке нам пригодится. Взяли, соответственно, здесь рисовать. Ну, это понятно, что для совсем уж маленьких крошечных деток. Это в Lidl бесплатно было по приложению Lidl Plus. Мои любимые маги приправы, 100 лет их уже не покупала. В Маркхау взяли по 48 центов для котлет, для шницелей с грибами, шницелей с луком, шницелей с паприкой. Для гуляш. Мне, кстати, вот эта приправа маги нравится, здесь соус такой, нравится больше, чем порошковая. Вкуснее. И терияки тоже там же взяли. Новые чипсы, как обычно, муж ухватил в Lidl. Сникерс. Нам нравится пачка вот такая большая, 12, где шоколадок от Twix. Она реально, она такая, она со стол, наверное, длиной, такая огромная. Комично смотрится. Взяли, в общем, шоколадки. Хлопья в медовой глазури. Потому что они не размокают в молоке. Как-то меня ругали, что мы чересчур сладкоежки. А, и в этой закупке мы опять набрали кучу сладких, которые давно не брали. Это конфетки с нугой и трюфелем. Ну, может, масло какое-то от трюфеля. Еще мы взяли черри. Это буду готовить цезарь. Еще на цезарь салат. Еще на цезарь пармезан. Поймала себя на мысли, что впервые купили пармезан. Всегда присылала Лена, мама мужа, но сейчас у нас закончился. И мы его купили здесь. 200 грамм. 4,84 евро. Чипсы Pringles. Это в дорогу мужу за рулем, чтобы не заснул. Из продуктов что у нас еще? 2 килограмма яблок, мандарины и 2 килограмма лука. Ну, цены я чек покажу, ладно, чтобы долго сейчас не искать. Далее, это у нас из Росман. Взяли листы для рисования тоже Диме с собой. Мыло для рук тоже хочу взять с собой, потому что не знаю, будет он там или нет. Ватные палочки. Ну, это, по сути, в дорогу, да, я больше закупилась именно в Росмане. Мыло хозяйственное. И для туалета такие ароматные штучки. Ну, это уже домой. Давайте еще по ценам Росман тоже пробегусь, потому что я редко показываю закупки из Росмана. Ватные палочки 1,16, бумага для рисования 1,65, вот это мыло 58 центов, 63 цента мыло для рук и по 97 центов для туалета.
все вот это огромное многообразие, включая фрукты и овощи, вышло на 80 евро. Еще, пока у меня тут варится кофе, хотела вам показать. Мы покупаем такие намазывалки, как я их называю, на хлеб. Это с рыбой красной и это салат с курицей. Хотела порекомендовать, если вдруг кто-то не пробовал. Аналоговые фирмы от магазинов, они менее вкусные. Прям вот намного менее вкусные, поэтому мы берем только эту фирму. Так выглядит с рыбой и салат вот с кусочками курицы. Они очень разные есть. Есть и с тунцом, с яйцом. В общем, каждый, я думаю, найдет на свой вкус. Попробуйте, если не брали.